Гора Стрельная – одна из самых высоких в Жигулях, почти 400 метров. С ее вершины открывается просто захватывающий вид на Волгу. Очень уникальные места мы посетили. Эмоции такие прям суперские. Вообще огонь. Честно сказать, меня захлестывают и переполняют эмоции. Виды, они достойны кисти художника. Они достойны быть запечатленными на обложке любого самого модного журнала о природе. Они все впервые здесь. И нам огромная честь и огромная радость доставить такую радость, такое вот удовольствие тем людям, которые отвечают за нашу жизнь. Эти места стали доступными даже для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для многих инсайт, восторг, не знаю, отрыв полный. То есть люди просто в восторге от такой возможности и от того, что они видят. А еще знаменитые штольни в селе Ширяево. Здесь температура круглый год не превышает 5 градусов тепла. Что еще нужно после летнего зноя? Заветные магнитики на память здесь совсем можно даже не покупать, а придумать самим. Мастер-классы дадут в Жигулевском заповеднике всем желающим. Социальный проект «Заповедная энергия» проводится при финансовой поддержке филиала «Паурус Гидро» Жигулевская ГЭС. Николай Гришечкин, Сергей Семенов, Андрей Костомаха. Новости губернии.